Чуть больше месяца остается до главного праздника России – Дня Великой Победы советских войск над немецкими захватчиками. Несмотря на то, что сегодня все силы коммунальных хозяйств брошены на повсеместную дезинфекцию и обработку жилых домов и улиц, без внимания не оставляют и мемориалы Великой Отечественной. Впереди у нас светлый праздник – День Победы. В связи с этим мы обрабатываем памятники и приводим их в надлежащее состояние в преддверии этого праздника. Даже погода не помешала коммунальщикам привести в порядок памятник, отстоявшим отчизну на улице Победы. Сегодня выполняют ту работу, которая не боится холода и снега. Когда идет полировка, она температура создается, и как бы можно в такую погоду работать. Укладку плитки и другие работы по благоустройству прилежащих территорий проведут, как только наладится погода. Всего в городском округе Химки расположены 42 мемориала. К празднику власти обещают привести в порядок каждый из них. Нина Бережная, Николай Забродин, новости Химки ТВ.